Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет небольшой влог. Недавно у себя в Инстаграме я задала вопрос, какие темы, да, вы хотели бы увидеть на моем канале, каких видео вам не хватает и так далее. Поступило несколько запросов, и один из них – «День со мной». На самом деле, «День со мной» не такой насыщенный, как может показаться, но... Тем не менее, давайте попробуем. Давно я не снимала влоги. Многим нравятся мои влоги, хотя мне кажется, они какие-то скучные. А сегодня у меня выходной, у нас просто льет дождь, но я немножко поснимала во дворе у себя собак своих, кошку. Давно вам не показывала этот контент, скажем так, вот. Сейчас, сегодня воскресенье, у меня фиксированное выходное воскресенье, и это радует, потому что вы знаете, что в воскресенье я посещаю церковь, это обязательно всегда-всегда. Аромат сегодняшнего дня у меня потрясающий парфюм от Naomi Goodsir, это «Золото гарема», если все правильно я перевела. Аромат, который достался мне в подарок от моей подписчицы Натальи, это просто потрясающий аромат. Часто о нем рассказываю в последнее время, ну потому что запой у меня с ним. Посмотрите, сколько я сносила и продолжаю носить. И вообще балдею от этого флакона, балдею от этого аромата. Вот, сейчас прям напшикаюсь и пойду. И если вам интересно провести день со мной, то продолжайте смотреть. Так, это наша теплица. Мы практически ей не занимались, потому что нет времени. Там клубника, которую надо рассадить на огороде. Я очень этого хотела, но не знаю, ли смогу. Столько вот помидор, но у нас все жрет слемак. Слемаки, как они? Улитки? Ну, короче, слемаки. Прям напасть какая-то. Я где-то слышала, что помогает кофейная гуща. Это цветут еще пока баклажаны, не знали, они успеют созреть. Ну, короче, что вот это ж от слимаков помогает кофейная гуща, но что-то мне не верится, потому что мы вроде бы и сыпем, а ничего не помогает. Вот даже баклажаны жрет слимак. Сейчас хочу помидор показать. В некоторых помидорах прям залазят маленькие слимачки, отвратительные. Просто посмотрите, какие кони. Лейлуш, что ты грустишь? У нее такие глаза добрые и такие карие, как у человека. Вот я на нее смотрю, мне кажется, что это человеческие глаза. Лейла, иди сюда. Хорошая Лейла. Мич пришел. Лейла. Ну, посмотрите, человеческие глаза у собаки. Лафа. О, кому хорошо. Яблок вот прям очень много в этом году. Просто очень много.
Честно говоря, мы вообще не занимались огородом, просто некогда. Мы работаем, и вечером приходишь домой, хочешь просто отдохнуть, не на огороде. Тем не менее, урожай какой-никакой все-таки есть. Кошка контролирует, чтобы порядок был на огороде. О, яблоки падают, она тут. Фейс-контроль. Буся. О, тигр. Наши кони. Наш урожай. Ежевика, кстати, что-то в этом году совсем плохенькая. Что-то она какой-то плесенью взялась. Но она очень кислая. Она хоть и там большая, вроде как красивая, но просто очень кислючая. Яблок очень много в этом году. О, Мич кашляет. Еще одна пришла. Красотка. Хочу показать вам тыковки, которые бабушка посадила. Они просто кони. Реально, особенно вот этот. О, я никогда в жизни не видела таких тыкв. Просто в сравнении вот моя рука. Это капец. Тут все боросло буренами. У нас вообще времени нету ничего делать, но так иногда выходим. Вот это вот сейчас я увидела только какая тыква огромная. Никогда в жизни таких не видела. Она просто очень большая. А еще у нас кизил зреет. Я из него компоты варю. Как мне нравятся вот эти груши, они такие вкусные. Посмотрите, вот на одной ветке сколько груш? 4. Сегодня у нас на обед будет морской окунь. Мы купили уже готового маринованного. Вообще мы никогда не покупаем чищенную рыбу, тем более маринованную, но сегодня совсем нет времени. После церкви сразу же едем в магазин, покупаем продукты, потом я что-нибудь быстро готовлю, и мы кушаем. Но сегодня как-то совсем времени мало, поэтому купили уже готового маринованного. Это впервые мы будем кушать эту рыбу. Никогда раньше не ела морского окуня. Вот, попробуем. В духовке просто в фольге и все, и хватит. И купила себе инжир, потому что я его очень люблю. Я буду делать салат с домашними помидорами и луком. Вообще, я люблю синий лук для салата, но мы забыли его купить. Поэтому будет обычный лук. Кстати, лук для салата я режу не вот так, как обычно мы привыкли, да, вдоль, как бы полукольцами, а наоборот вот так. Тогда вот эти колечки, они не распадаются, они какие-то целенькие, видите, и сочнее получается. Помидоры я режу достаточно крупно, крупными кусками, и лук немножко посолить и добавить буквально каплю уксуса для того, чтобы ушла горечь. И вот это масло будет, которое я покупала на iHerb, очень пахнет базиликом, вот прям крутое масло, очень нравится. Еще мы купили хлеб, вот такой мой любимый гречневый. Этот хлеб достаточно дорогой. Здесь не написано, сколько за килограмм, к сожалению. Написано 57,99. Ну, практически 60 гривен за килограмм. Это, ну, это, грубо говоря, 2 евро. За этот кусочек мы заплатили 1 евро. Здесь почти полкилограмма. Но этот хлеб был очень большой. Она отрезает кусок, который мы просим. Она ставит этот хлеб в специальную машину, которая его режет сразу и упаковывает вот в такую, значит, пленку. И так как хлеб был горячий, она говорит, что может плохо порезаться, но все в порядке.
Вообще очень вкусный хлеб у нас сельпо делают, реально. Мы постоянно покупаем разные вкусняшки, разную выпечку. Вот какой он. Гречневый, очень вкусный хлеб. Вот так выглядит готовая рыба. Вообще я полностью закрывала ее фольгой и потом открыла на 5 минут, чтобы образовалась корочка. Надеюсь, вкусно будет. Посмотрите, какую дыню купили. Я не знаю, что это за дыня, как она называется, но сейчас у нас на рынке дыни 8 гривен килограмм, некоторые 16 гривен килограмм, а в сельпо я видела по 20 гривен килограмм. Вот эта дыня 35 гривен килограмм. И продавец сказал, что она реально очень вкусная. Если она вдруг окажется невкусной, то можно ему прям-таки вернуть ее. Вот сейчас буду резать, пробовать. Кстати, по поводу морского окуня, рыба оказалась так себе, а мясо какое-то безвкусное. Тот же карп, которого я, кстати, не люблю, мне нравится больше, чем морской окунь. Но сейчас порежем дыньку. Не обманул продавец, дыня сладкая, как мед. Давно такое не кушала. Просили показать немного косметики. Уходовой косметики, декоративной косметики. Ну, декоративку как-нибудь покажу. Сейчас вот немного ухода. Покажу, наверное, самое любимое. А то, чем действительно пользуюсь, то, что люблю. Вот начнем, наверное, с очищения кожи. Да, гидрофильное масло, о котором я часто говорю. Это The Face Shop. Такое успокаивающее гидрофильное масло. Насколько я поняла, его уже сняли с производства. Очень жаль, потому что это потрясающее, просто потрясающее гидрофильное масло. Я купила себе на замену бальзам для снятия, значит, макияжа, но я еще его не пробовала. После того, как я смываю косметику гидрофильным маслом, дальше умываюсь вот такой вот пенкой. Это Vity Cosmetics, корейская косметика, вот такая вот пенка. У меня была зеленая, очень классная, с цикой. Сейчас вот такая вот с медом, тоже мне очень нравится, хорошо смывает остатки гидрофильного масла, остатки косметики. Вот этой умывалкой от La Roche-Posay я пользуюсь, как правило, утром. Немножечко, буквально, капелюшечку мне хватает. Это из серии, значит, Эфаклар. Вот. Это моя самая любимая маска для лица. Зеленая аптека, очищающая маска пилинг. Классная, 3 в 1. Можно использовать как скраб, как маску. Обычно я наношу ее как маску, иду в душ и там смываю. И немного, так скажем, скрабирую лицо. Что здесь? Крем Эфаклар Duo Plus от La Roche-Posay. Опять же, это такой спасатель, можно сказать, когда на лице какие-то несовершенства появляются, ну там раз в месяц, на несколько дней, буквально неделю. Я пользуюсь вот этим кремом, он отлично убирает всякие бяки на лице. Очень понравилась мне вот эта сыворотка от Derma-E. Покупала на Ахёрби. Это сыворотка с пептидами и коллагеном. Она такая достаточно липкая, но очень быстро, фактически моментально впитывается в кожу. Я пользовалась ею все лето, но вот даже половины, как вы видите, не использовала. Вот прям понравилась мне эта сыворотка, хорошая. Не знаю, что конкретно она делает, но впитывалась быстро и было, в общем-то, приятно. Это что касается дневного ухода. Вечером, не всегда, но в последнее время часто, я использую вот такой вот тонер, наверное, от COSRX с БХ-кислотами. Очень мне нравится, вот прямо очень нравится. Надо буквально капелюшечку, опять же, растираю между пальцами, наношу на кожу. Очень мне нравится эта штука. Это кислоты, но здесь они в маленькой концентрации, и так как это тонер, в принципе, то это не так критично, да, как если бы это была, например, сыворотка. Поэтому даже летом использовала, но всегда SPF, всегда SPF.
Царавай или чарави, не знаю, как правильно. Очень мне понравился этот лосьон ночной. Именно ночной, дневной я не пробовала. Потрясающий. Он какой-то успокаивающий даже здесь вот. С гиалуроновой кислотой. Ниацинамид. Ниацинамид, кстати, очень хороший компонент. Он реально успокаивает кожу. У меня есть вот такая вот сыворотка от The Ordinary. Ниацинамид и цинк. Очень нравится. Вот реально, посмотрите, уже на дне она очень хорошо успокаивала кожу. Если какие-то вот прямо, знаете, воспаления, что-то вот в этом духе, то эта сыворотка, ну, прямо спасатель. Опять же, на ночь у меня всегда Бентон крем под глаза. Очень нравится, но я читала, что изменили формулу этого крема, немножечко состав. Поэтому, ну, сейчас трудно судить. Вообще, он достаточно приятный. Он такой плотненький. И как будто бы тает на пальчиках, и тогда я наношу его под глаза. Два вот таких замечательных пептидных крема от украинской компании Карен Доуэ. Я показывала уже эти кремчики, мне выслали их на пробу. Я тестировала, на самом деле, аромат вот этого бренда очень классный, очень мне понравились. У меня есть видео на канале. И, собственно, после этого прислали мне в подарок вот такие вот замечательные кремчики. Очень мне тоже понравилось. Это такой достаточно легкий крем для век против морщин. И, опять же, крем для лица пептидный. Тоже очень такой легкий, я бы даже сказала, какой-то воздушный. Быстро впитывается, хороший. Ну и два тоника. Вот этот я использую вечером. В составе есть спирт. Это я не сразу обнаружила, но он мне, в принципе, не мешает. Он хорошо очищал и продолжает это делать. Огромный бутыль, вот столько осталось. Покупала на Эхерби, точно так же, как вот этот. Этот я использую утром. Это очень-очень-очень нежный тоник. Какой-то даже вот написано, да, не, ну, тоник. Ну, похож больше на какую-то такую розовую водичку. Сказать, что я в восторге от этих тоников, не скажу, но ну, понравились, как бы, пойдет. Вот. На самом деле, как вы видите, не так много косметики, но я ее люблю и действительно использую. Что касается ухода за волосами, тоже не так много продуктов, но они все мною любимые. Я всегда рекомендую эти средства. Ну, первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, о фиолетовом шампуне и маске. Когда мне делают комплименты, мои зрители под видео говорят о том, что у меня красивый цвет волос, то в большей степени это заслуга именно вот этих двух средств. Это у нас шампунь. Фирма называется Фанола. Это итальянская профессиональная косметика, но на самом деле это не супердорогие средства для волос. Я покупала их, по-моему, на Нутину. Маска, вот немножко даже фиолетового, запачканная немножко фиолетовым цветом. Значит, эти шампунь и маска, особенно шампунь мне очень нравится. Я держу на волосах минут 5, наверное, шампунь и минут 5, соответственно, маску. Они отлично помогают справляться с желтизной волос. Я ненавижу, когда волосы желтого цвета на голове. Поэтому для меня это, ну, просто must have. Фиолетовый шампунь, фиолетовая маска. Не такая хорошая, но ну, от маски ждешь немножечко какого-то большего увлажнения и так далее. Эта маска такое не делает, никакого особого увлажнения. Единственное, что она делает, это помогает сохранять, ну, такой холодный блонд, скажем так. Просто тоже мой must-have. Офигенная, тоже по-другому не скажу, офигенная сыворотка. Такая масляная сыворотка. Эту сыворотку я покупала на Хёрб. Бренд называется Giovanni. У меня были шампуни от этого бренда. Классный бренд. Сыворотка просто потрясающая. Буквально каплю. Она то ли масло, то ли сыворотка. Вот непонятно. В общем-то, два в одном. Я наношу на всю длину волос. Вообще не утяжеляет, не жирнит. Как-то сразу приглаживает волосы. И они супер быстро и легко расчесываются.
Но главный ее плюс это то, что она не жирнит волос, вот реально не жирнит, не утяжеляет, делает их такими шелковистыми, блестящими. Ну, короче, просто вау, отличная штука. Вот попробуйте, она недорогая, там что-то 6 или 7 долларов, но вот она прям очень мне зашла, очень понравилась. Я не сказала о том, что вот этими фиолетовыми шампуньками я мою, значит, свои волосы раз в неделю. В остальные дни я мою обычными, опять же, шампуньками, которые покупаю на iHerb. Очень мне нравится этот бренд Desert Essence. У меня сейчас шампунь с яблоком и имбирем и кондиционер с кокосом. Но я меняю постоянно эти шампуньки и кондиционеры, и мне, в принципе, все нравятся. Очень классные. И вот эта маска тоже, вот эта вот с оливкой и авокадо. Тоже покупала на iHerb. Просто бомбическая. Какая же она крутая. Это, наверное, ну, чуть ли не единственная маска, от которой я реально вижу эффект на своих волосах. То есть только наношу на волосы, и они сразу делаются такие мягусенькие, такие вот какие-то приятные, шелковистые. Так, ну, суперовая маска, которую на волосах надо держать там что-то 2 минуты. Ну, короче, быстрый эффект. И очень классная маска, прям советую. Вообще вот эти вот все продукты для волос я могу прям вот от чистого сердца посоветовать всем, у кого, ну, просто нормальные там волосы или волосы, которые склонны к жирности, как у меня. Очень нравится.